Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, ваши финальные баллы. И где они? Нету. Нету никаких финальных баллов. Но зато есть сундучки, которые я сейчас буду открывать. Крылья, ускоритель фляг, плюс 4000 монет. Так, колесный тяжеловоз. 1250 получил монет. Так, тут 1500 монет. Опять 1250. Снова 1250. Все, да? Так, по событиям. Событие начинается через один день, 4 часа. Так. Играл Made in Magic Heroes 6. Раньше же сейчас игра хайпит. У кого какой рекорд на карте в лесу? 16 километров. Ничего себе тут. Да. Гоночки, гоночки, это все понятно. Так, ага, забрать. Еще тыщенку мне здесь подкинули. Специальное предложение. Ага, бесплатно. Ко дню Святого Валентина в трусах. Новый вид. Плюс мы получили 20 тысяч монет. Магнит, ускоритель фляг и форсаж. 35 тысяч, но это мало, ребят, это мало, очень мало. Так, я вот думаю, может быть, нам застойное болото прокатиться вот на этом скутере. Погнали. Да, я представляю, как мы тут с тобой сейчас будем выпендриваться. Этот скутер у меня не прокачан вообще никак. А по лужам, наверное, вообще ехать не будет, да? Он что-то едет, но это смех на палке. Это одно название, он едет. А в горку? Надо же, поднялся. Да ты серьезно? Ты даже так умеешь? Давай, 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 эй! Эй! Да, это жестко. Конечно, это жестко. Так, гора. А на горе можно, по-моему, любой транспорт выбрать. Дай-ка я выберу ролеечку свою. Где она у меня? Радость. Вот она. Поехали. Ничего себе. Старая машина, модель просто меня тут ушатывает. Нет, хотя я уже переплюнул. Давай. Хочу 50 тысяч набрать, ребят, рекорд. Я не знаю, получится сегодня, нет. Одно дело хочется, а другое дело сможем ли. Так, первый сундук есть. Так, тут, надеюсь, да горы наверняка будут здесь, да? 100% будут. Точнее, даже не горы, а как эти? Пещеры. Я про пещеры имею в виду. Горы, горы-то понятно, мы уже с тобой... Вот они. Вот они, ребят, пещеры. Ну, это еще легенькая такая была. Так, второй сундук тоже есть. Опа, тут мы перепрыгнули. Опа, нормально. Я уже вижу, у меня движок вон торчит. Капота нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что же ты так, Рэйчик? Ну как ты так мог? Опа, еще тут у нас. Еще 5250. А, на этих... Подожди, а почему не прибавилось? Потому что рекорд не побил или что? Ну дай-ка я попробую здесь. Оу. Сцепление прокачал. Давай-ка попробуем здесь с тобой рекорд побить. Я не уверен, правда, что мы его сможем побить, но мало ли. Эй! Подожди, я думал, что... я взял другую шансу. С какого перепуга я здесь на дизеле-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Да не хотел я как бы на дизеле-то тут ехать, если честно. Я хотел на роличке своей прокатиться. Ну ладно. Давай посмотрим, что у нас получится. Дизель так дизель.
Он опять, как всегда, со своими попрыгушками. Подпрыгивает больше, чем едет. Один сундук есть. Один сундук есть. Тихо. Он выпрыгивает. Причем с такой легкостью, как будто он даже и не в воде был. Я говорю, вот по прыжкам это вот его ухабы и все остальное. Посмотри, просто на изи берет. Так. Забрали монетки. Так, сколько там? Еще 120 метров, да? До... Не понял. Это что за выкрутасы? На роличке, а? Сам себя обогнал. Да ёк-макарёк, не тянет, прикинь. И горючее. Он там есть. Успеть бы до него доехали бы. А чё? А чё назад там поехал? Непонятно. Ну, пока все отлично, все хорошо. У меня рекорд какой здесь был? Там написано 2 километра с лишним, да? Ролика просто не отстает. Так, третий сундук заработали. Смотри, видишь, моя просто, она прилетает. Мне приходится каждую тут ямку, а он взял просто и перелетел, вот и все. Зашибись. Попал между двух крокодилов, и они меня запинали. Лучше не придумаешь. А почему не засчитывается-то здесь, не могу понять. Так, а вот это что такое? Шлем снеговика. Интересно. Не идет за счет, и все, ребят. Ну давай попробуем на этом. На мотоцикле. Харли Дэвидсон, е-мое. Не, ну этот мотик лучше, чем скутер, поверишь мне. Он. Не знаю, он и выглядит как Пасолини. А вот, а вот насчет в горку еле-еле, друзья мои, еле-еле он заехал. Да. Ну что ты хочешь, он не прокачанный этот мотоцикл вообще никак. Ну хоть заезжает, и то спасибо. Надеюсь, вот за проезд вот на нем все-таки будут засчитывать мне. Не надо переворачиваться, пожалуйста, а? Давай, затягивай, е. Он прекрасен, как всегда, полюбуйся. Это я только до первого сундука доехал. О-о-о. Только лишь до первого сундучка. Подкачай скилл, говорят мне. Как я подкачаю? Как я, друзья мои, подкачаю здесь скилл, а? Ну как ты его подкачаешь? Ой, тихо! Ничего себе ты. Да, свин Хрякович, ну ты даешь. Ну ты дошел, доехал, по крайней мере, хотя бы до пещеры. Вот, кстати, в пещере вообще опасно, ребята, ехать на этом мотоцикле, потому что он мог бы элементарно себе шею свернуть. Второй сундук. Заедешь? Красавчик. Но шлем ты уже, или что там у тебя, корона, ты уже потерял. Корона ничто, да? Жажда все.
Едем. Так, опять у нас здесь. Эй, подожди. Что это? Что это за выкрутасы такие сейчас были? Вот здесь нужно тоже аккуратненько не врезаться. Тихо, да подожди ты, не слишком сильно ты не газуй. Давай. Нет. Да ты издеваешься, что ли, свин Хрякович, блин, а? Конечно, издевается, ребята, уже, да? Иди ты, знаешь, куда? Просто издевательство было надо мной сейчас. Окей. Что там у нас? Что это? Застава Небесная Скала? Бесплатно повысили. Это я должен именно на этой, да, тачке ехать? Это луна. Да. В скорости... скорость, конечно, у Хилклимба это вообще трэш. Но вот эта вот турбиночка, которая срабатывает, в принципе, нормально. Полетели. А дальше ты не поднимешься, да? Потому что ты когда приземлился, ты потерял в скорости. Да, это понятно. Новая задача. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Мы сейчас здесь добьем, наверное, нужное количество очков наших. Ничего себе это. Просто сдвинул эту фиговину. Контейнер этот. Ладно, ничего страшного. Я догоняю свой старый дизель. Смотри, ролейка не отстает, ребят, нагоняет. Просто нагоняет. Да, мне ее не догнать. Это несмотря на то, что у меня дизель прокачан почти фул. Не догнать, прикинь, мне ролейку вообще никак. Я хотел сюда въехать. Но ты видишь, ни шиша не вышло у меня. Так, застойное болото. То есть мне нужно побить рекорд. Дай-ка посмотрю, что мы вообще можем тут повесить на нашу машину. Защиту даже можно, прикинь. А это что такое? Силовой ускоритель. Это вот, наверное, подожди-ка, тут можно еще прокачать что-нибудь бесплатно. Для увеличения мощности на подобранной топливной канистре. Че, попробуем вот так вот. Поехали. Монетный ускоритель, блин. Твою ж дивизию, а. Так, а что тут вот, например, можно при малом количестве, да? Давай вот сюда вот поставим колеса. Да что ты? Турбина заряжена, так, предельная скорость 50, импульс. Че, попробуем?
Мне надо кубки зарабатывать, а я тут ерундой какой-то занимаюсь. Давай, давай, едь, едь. Блин, нас там уже обогнали, конечно. Ну и шиш с ним. А когда-то вот эта машина была вообще топовая. Я на ней так нехило гонял. Сейчас-то понятно, она вообще ни о чем. Хотя если ее прокачать, все равно, мне кажется, даже если мы ее прокачаем по фулке, она все равно будет не особо хороша. Не особо хороша, да? Так, что у нас там? Ага, я свой рекорд сейчас побью. И вот такие вот машины без крыши, они чем опасны, ребят? Если ты, не дай боже, нечаянно головой ударишься в потолок где-нибудь там, в горах или еще что-нибудь, да, там в пещере, все. Поэтому защита в некотором роде, она тебе дает, ну, дополнительную жизнь, скажем так. Как на ролике, когда ты врезаешься, у тебя же есть... Опа, смотри-ка, я догнал, ничего себе. Я догнал дизель свой. Интересно. Так. Ну, он, конечно, от меня уехал уже, да, далеко. Это он там, где пещерки, там он фейлится, а здесь... Здесь для него просторы раскрыты, поэтому тихо, не перевернись. Горючее надо подобрать. И очередная пещера. Вот, видел? Сейчас бы, если бы я не сбросил скорость бы, просто голову бы свернул бы, опять же. Наш водила, и все. Так, ладно. Ну, в горку едет довольно уверенно эта машинка. Несмотря на то, что она маленькая. Едет хорошо. Блин, вот эти вот... Ай! Ай! Вот все, вот как врезалось. Все, ребята, ничего нельзя. Никакой манипуляции. Но проехал я нормально, кстати. Ладно, мы идем с тобой куда? Конечно же, на кубки. Первый снег. Первый снег, друзья мои, и поехали. А вот тут, кстати, нужно было брать другие колеса, а не то, что на мне сейчас стоит. Там у вас дискуссии шли, кто что лучше, крылья или этот. Кто-то топит за крылья, кто-то говорит, нафиг тебе нужны крылья, ты собираешься летать или ездить? Ну, ребят, вообще-то как бы ехать, но где надо и полетать не помешает. Давай будем честны, потому что есть такие моменты, ты сам видел, где, например, приходится ехать, ты можешь просто перелететь это расстояние на тех же самых крыльях. Причем очень много времени при этом экономишь. Видишь, попрыгунчик что творит? Видишь, он поставил крылья и чисто на одних прыгунках просто здесь сделал. Но опять же, на ровной трассе ты что не ехать-то? Я посмотрел бы его на него, если бы там была бы какая-нибудь пещера или еще вот здесь вот. Что ж ты там внутри-то не прыгаешь? Прыгал бы, прыгунчик. Все, приехали, да?
Кто-то развился, допрыгался, так скажем. Еще один просто вписался. Ну и по итогу у нас должно быть первое место. Да, 8 очков. Окей, давай-ка мы с тобой вот эту вот штуку откроем. Так, еще 4700, нормально, денежка идет. Пляжный кубок. Друзья, у нас пляжный кубок. Так что давай. Ну, плохой был старт, поэтому... Что это у него за... Что это такое, ребят? Впереди за агрегат. Мотоцикл, ну... Он так выглядел, как будто, знаешь, какая-то доисторическая коляска. Видишь, он наяривает, он делает эти сальтухи, и за счет них он набирает, по-моему, скорость. Ну да. И опять же он при... Нет, я третьим даже. Ну вот здесь, да, здесь я согласен, ребята. Здесь крылья вообще неуместные. Здесь бы, наверное, турбина бы, скорее всего, больше бы зашла бы. Мне главное не быть третьим. Так, второй. А по итогу какой я буду? По итогу второй, отлично, это меня устраивает. Правда, проезжаем очень немножко. Восхитительные диверсии. Блин, это тренд. Это трасса аттракцион, этот опять. Невиданной щедрости. Куда ты так высоко-то? Блин, ну вот это, конечно. Много вот этих всяких лишних манипуляций. Но зато заехали так красиво, ты видел? На крылышках просто залетели плавненько, нежненько. Так, здесь еще две гонки нам предстоит здесь прокатиться. Опять, да? Фига там. Это что за дядя Вася такой там шустряк? И финишем. Нифига он там бустанул, летит на крыльях счастья. Ты давай завязывай, браток. Ау, 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 ау. Ну ты съедешь, лич. Ну тут понятно, ребят. Стрелял на какую-то парашу и сам видел, что получилось. Еще и наверх зачем-то запрыгнули. Ну, последний, понятно. Приехал, блин, врезался в эту халабуду. Но первое место, ребят, все равно мы с вами заработали, поэтому открываем сундук. Давай, там, кстати, какой-то костюмчик у нас новый будет впереди. Так, что у нас? Ё-моё. Еще шахты. Хо-хо-хоу. Фига ты, братюня. Стартанул-то ты, конечно, хорошо. Вот мы где с тобой теряем скорость. Ух. Как тебе такой фэйшн? Великолепшен. Уан, погнали. Я понял. Бесполезно туда.
А этот все как-то умудрился все-таки заехать, прикинь? Давай, 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 давай! Есть! Вот так вот делает Рэй всех, ё-моё. Сосунок. Сосунок. Это, ребят, просто на эмоциях. Слишком напряжен был. Он был первым. Этот хлыщ меня все-таки... Оу, прям носом, 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 ребята, впендрюкался я в этот... В это колесо, так скажем. Блин, вниз, а я... Понятно, всю машину, считай, разбомбил. Без крыши, без капота. По идее, должен ехать, ну, третьим. Но все равно по итогу первым, ребят. Фьюх. По итогу все равно первым. Давай откроем, наверное, с тобой, да? Угу. Ну что, кубок аллигатора, три этапа. Ничего, фига они там стар дают низкие, ребята, да? Красавчики. Я самый умный. Я спрятался за тачку. Вместо того, чтобы ее сломать, просто мы туда заныкались, так скажем. А у кого там такая турбина так чадит? Я не могу понять. А, друзья? Ты видел? Давай, 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 родной мой, не подведи меня. Крокодилов, правильно, мы их лучше вот так по низу объедем, все. Блин, ну, конечно, первая гонка это была трешовая. Это же надо было врезаться в какую-то барахолку. Да даже не то, что врезался, я просто в нее туда, ребята, уткнулся. Вот в чем беда-то была. Так, давай, летим. Ну что, опять-то потеря скорости, как будто там... Я не знаю, что он там делает, ребят. Он издевается надо мной. Первым! Есть! Я видел прям на миллиметр, ребята, там передок наш. Он был как бы ближе этому, к финишу. Да, выиграли. Опа. Разблокировочки открываем. Так, 2500 еще в плюсе. Ребята, уже остается немножко. Болотистая дорога. Но в этой гонке в сегодняшней у нас больше открытых, да, гонок, чем, как обычно, раньше там пещеры, еще что-нибудь. Здесь больше вот таких открытых, поэтому как бы... Ого! Поэтому и проезжаем, и финишируем с тобой как бы здесь попроще и побыстрее. Если бы здесь были бы опять какие-нибудь пещеры и там подобные, то, конечно же, ничего подобного такого не было бы. Теперь бы я тут психовал бы, кусал бы локти. Но все равно, ребята, они очень быстро стартуют все. Они все набирают быстрый старт, но почему-то потом... Нифига нам, чувак, ты видел? А, так он попрыгунчик. Все, я понял. Он за счет только колес своих этих попрыгунчиковых. Опять же скажу, эти колеса попрыгунчиковые только годны для поверхности. Ну, что-то мы вообще... Что-то мы вообще тут расхандрились. Что, неужели последним, ребят? Последний приехал и по итогу... Ну, по итогу вторым. Не дотянули, да? Я не знаю, нужно ли нам вот это вот... Фигня вот это вот. Ускоритель при малом количестве топлива. Может быть, нам... Вот это взять? Ускоритель мощности успешных переворотов. Вот как это работать должно, а? Друзья, я же брал вроде бы.
Попробуем, конечно. Ну вот. На поверхности на ровной, ребят, нажимаю и не срабатывает. Может быть, просто не прокачанный? Не-а, не срабатывает. Он прыгает, но очень-очень плохо. Так что я даже не знаю как. Надо где-то попрактиковаться. Правильно ими, как говорится, пользоваться. Груда металла полетела. Ну? Да. И что же нам? Ускоритель дым. Новый костюм водителя. Нио. Чух. Угу. Ну что, друзья мои. На этом, пожалуй, сегодня мы закончим наши гоночки. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим, как всегда. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.